Всем здорово, с вами General FPS Movies, и мы продолжаем проходить Lord of the Rings. Это долбежка, вот здесь война на севере. Продолжаем как играть просто, конечно же, без брони, это же топ. Потому что какая-то легенда, она на самом деле не очень сложная тема. Так. Что я в какой-то жопе появился? Так. Где? Все побочные квесты. Мы должны выполнить все. Так, Бри Форнст. Форнст. Оружие Древнего Запада. Ага. Части Древнего артефакта, эти херебы. Так, не могу. Так. Все. Что слова проявить на выход. Я не понял, а где это? Там же какой-то сучий, там нужно помочь, у нее кто-то там вздыхает и забыл. Так. Где? Ну тут вот. Опа. Вы ранены, похоже, ничего серьезного. Если вам нужны целебные... Постой, возьмите их у Марадана. У меня тут человек умирает. Что с ним? Юный Элоран умирает? Но почему? Что с ним? Что с ним? Понятия не имею. Рана на вид пустяковая, но жизнь покидает его на глазах. Боюсь, что его поразило черное дыхание. Черное дыхание? Черное дыхание? Что это такое? Это некая сила, которой владеют черные всадники, 9 назгулов. Их жертвы теряют сознание, и если им не помочь, вскоре умирают. Я ее уже... Так три их потеряла. Элоран единственный, кто пока жив. Увы, мне надо идти. Чем? Надежда есть, что мы можем сделать? О, если бы я только знала, извлечь стрелу, защитить рану, все, что я... приделала сотни раз, но в черном дыхании я знаю только из древних свитков, в котором... научил меня наставник. Каких стихов? Что за стихи? Быть может, в них найдется Астер. Это было бы так давно. Погоди, дайте подумать. Кажется, она не звучит так. Ведь черное дыхание и тьмы укрытий нет. Отыщи тогда Атилас. Он спасет тебя от бед. Нет, Даша, не помню. Ты еще тупая, сука. Атилас. Это было так давно. Погоди, дайте подумать. Кажется, он звучит как перед черных... Ага. Что такое Атилас? Это бессмысленно, до свидания. Что такое за Атилас, о котором говорит в стихах? Растение в городе известно как королевский лист. В медицине почти не используется, хотя некоторые считают, что оно снимает головную боль и прочие мелкие недомогания. У вас его нету? Ну, нет. Что ж, тогда, я думаю, не будет вреда, если мы его достанем. Нет, нету. Ну уж, извините, что я не догадалась им запастись. Но меня-то как-то не предупредили, что 9 раб... колциносцев станут из древних легенд и явятся к нам. Если бы Атилас у меня был, я бы уже, наверное, его использовал. Ну, значит, ну, обречу. Он может расти где-нибудь тут дичком. Я готов его поискать. Быть может, вы его и найдете. Это растение родом не из Средиземья. Его привезли наши предки, испугивших его Нумернора. И зажали там, где селились сами, в том числе и на могильниках. Север отсюда, я поищу его. Мне как раз предстоит идти на могильники, если я найду там Атилас, то я вернусь и привезу его. Все, а что там не было написано про Атилас, я не понял, хочу пидора. Ладно. Мне надо приходить прям так на могильники, две. Он вроде в самом начале почти.
Сука, там вроде даже врагов нет. И если там враги будут, то я гей. А если нет, то нет. А что дорога? Вроде вообще в самом начале почти находится. А, эти курганы возвели про отцы людей и незапамятные времена людей. Ой, извините. У жителей Шира и Бровара эти холмы используются дурной славой, но следопыты здесь часто бывают. Однако сейчас мне так спокойно держаться на чеку. Вот тут вроде он где-то должен быть. А, тут еще секрет. Лук, загончик, ну-ка. Это дорожность, все. Значит, лучше. Логично? Логично. Забавно? Забавно. Так. Я их бы слушал. Так, что за дерьмо тут нету? Вот я пидоровой. Вот, во-во. Что было сложно сходить? Было сложно, сука, сходить. Сейчас вернемся сразу же. Чтоб потом не забыть, чтоб этот чувак не сдох. Ну, может сдохнуть все-таки. Да-да, я помню. Я забыл, он сдох. Один раз такое было. Опа. Нельзя назад вернуться. Ух. А подождите. Что можно так, карта? А, ну ладно, значит, не надо, не забыть. Все, помню, держим в голове. Вроде можно было раньше вернуться, я помню. Я возвращался, или это у меня бредит, или сэр, вы бредите. Так. Ух. Тут же эти еще, я бы почитал про эти древние шатильейские штучки, надо разбить это все. Опа. Суках. Ясно, понятно. Бабки, бабки. Бабки, сука, бабки. Так. Так, ну-ка. А эти-то я ж не могу собирать. Шо, я сломал меч? Сколько он сносит? 800. Шо покруче сносит? Так. Не, все равно нету. Покруче, которая. Ну и ладно. А, починиться я забыл, что тут вещи сломаются. О, здорово. Так, жизнь, браток. Оп. Ой! Пацаны, я что-то я вас недооценил, простите. Поднимите, пожалуйста, поднимите. О, манул, спасибо. У меня больше жизни, конечно. Красиво. Что ты сейчас сказал? Все. О. Ну-ка. 9000. О. Ё! Ты что робишь? Сука.
О, стоп. Я еще не сдох от, от первого удара тролля. А, все. Я не слишком кто-то лечит. А, лечит. Только не взрывай, пожалуйста. Сука, еще один? Серьезно? Мой босс, приз. Изич. Чё-то... Лук вообще жесткий. Хотя у меня луки даже не прописаны были. Какой-то купил уже. А, я думал, уже сдох. Бдум. О. Нахера сухой из него сразу получил. Кстати, тут можно умереть на могильнике, когда во, могильники есть. И все. Так. О. Пока покруче будет так. Это одинаковая лох. Чувак, будешь тоже мощный мужчина. Так, ой, спинка чешется. Ну, это похрен. Чешется, что то перестанет. Сука. Давай. О. Где древние реликвии эти? Выпадайте быстро. Сейчас тут должны вроде выбежать теперь. А, ну, о, что это было? Пожалуйста, не надо, пацаны. Так лучше. Просто отдыхайте. Красиво. Пацаны, не бросайте меня, что вы там делаете? Ну, ё-моё, вот это контратак. Ну, у одного нормально. Пидор. Эрдан не сумеет. Тихо. Демона нужно. Их будет в землю, да? Так, у нас. Как же это было яростно. Почувствовали ярость в этом ударе. Need healing, и тебя убирает. Чего вы не бежите? А там еще сверху. Какие вы жесткие. А.
Ой. Давай, давай, набросись, набросись. Чёрт, иду. Два. Блин, ещё эти пещеры проходить. Мокрая, сучка. Кстати, интересно, просто у могильников начинается новая глава или нет? Пацаны! Вот они даже... Меня вообще не сильно бьют даже без брони. Какие-то не очень. Вот эти вот жесткие. А. Так. Красиво. Все, что мы стоим. А что они-то появились? Даже меня не видели. Они же обычно появляются, когда выскакивают. О, доби, доби, доби. Professional player. Сука. Пацаны, вы когда-нибудь кончаетесь? Пидор. Я не смог, потому что замахивался. Спасайте меня! Не обращайте внимания ни на что. Молодцом, молодцом. Пошёл в попочку. Башки еще можно быть. Вот так, все. Первая гребница готова. Еще две. Так. Сейчас тут будет этот босс. Это не тут еще. А, да. Как тебе нравится 20 тысяч урон? Ну, 17 тысяч нравится. Что бегаешь? Сука, я забыл не в сети поставить. Нет! Ну, сука, пожалуйста. Нет. Сбыл.
Вы что, мы даже потрахаться сегодня? Конечно, не забыл. Сука, я не вести забыл поставить. Вот что я не забыл. Вот, спасибо. Спасибо, что напомнил. Дерьмо. Это так работает. Да изи. Вижу там. Почему нельзя перелезть в горочку и побежать дальше? Потому что летят приключения с твоей жопы. Так. Оп. Уже нет. Еще самое читерское то, что это у магички-то восстанавливаются эти заряды. И не нужно подбирать. Нифига себе лучники. Вот их нужно убивать точно в первую очередь. О, укрытие. Не взрывай, пожалуйста, его. Пошел ты. Да еще много! Пацаны, вы так не считаете. Тут много развелось. Так. Почему не применилось? Сука. Кусаю за ногу. Кусаю, кусаю, кусаю. Всё, закусал. Не. О. Третья, уже была вторая. В смысле, в третьей? Где-то уже была вторая? Или чё? Подождите. Не то. Не то, не то. Где здание?
Где, сука, я пропустил? Во. Вот был. Я с неба. Или был? Сейчас мы это узнаем. Может, сначала третья, а потом вторая, а? Как вам такое? Все возможно. Потому что это первая. Земля реально где-то дальше. Если дальше, то я просто не понимаю эту игру. В смысле, как так получилось? Я не понял. Может, а, у меня вроде в прошлый раз тоже я что-то бегал назад, походу на раньше или впереди. Что-то-то, по-моему, не умею читать эти чуваки. Или не просто, знаете, так расположение. Почему первая? Там, третья тут, а вторая. Если вторая там, то я просто херею. Посмотрим. Может, я не помню этот квест. Муэртос. Ой-ой-ой. Shit. Что за жесть? Можно побольше, пожалуйста, лучников можно? О, все отлично. Лучников больше нет. Еще двое на меня. Скумри. О, не, как там было, я не помню фильм. Получите проклятые сумки, чё-то. Ой. Во, я так вот из блока. Еще по луку. Даже не стоял то, что он вообще по жесткому там прочность осталось очень мало. Он все равно круче. Так. Во. А, назад путь. Ну что? Не-не-не. Там вряд ли будет, да? Я думаю, вряд ли там уже будет вторая. Я пропустил где-то. А, ну чё? Чё, путешествие назад? Чё? Что могу сказать? Только путешествие назад. Сука, ну почему? Почему? Как я могу рубить это дерьмо, сука? Говно. Где оно может быть? Так. Here.
естественно. Так, 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 что там у нас? Ты уже проходил, нет? Ну, на всякий случай заглянем, да-да-да. Все же, все же. Оп, тут мы были, все. Во! Что это за херня? Так близко. Почему тут ничего нет? Не то. Во. Другое дело, это все же. Ну, вроде тайник гном может открыть. Я понял, у вас 5-3 тысячи. Как тут, блин, было это говно заметить? Очень сложно, реально. Все, упали. Хорошо, же больше ничего нет. А, мой, я иду, что ты делал. Быстро, быстро. Там быстро высох уже это. Пылится одежда. Про сексуальный перекат, ну конечно, да. Я же с Фейбл не сравнится. Не такие быстрые. Или просто можно. Нам тоже сначала не быстро, там прокачаться, ну да ничего. Где прокачать кувырки, я не понял. О, магазинчик. Можно даже перейти. Нихера себе, так. Так. Хочу сказать вам только что одно, пацаны. Я очень жестко хочу сать.
дерьмо. А, не было это. Что-то вода не шла на втором моего дня. Что за дерьмо? Эльфийские камни. Не знаю, чем их берегу. Там уже что-то видел, эльфийские камни. А, это такое просто. Купить. А что там? Хер, у нас. Хотя. Давай теперь поможет. Хотя если я починю. Если я этот починю. Ладно. Еще отдадим своему чуваку. Так, а, ну можем пока что взять. Похуже. Это же похуже этого. Ну в этом. А. А какой дороже стоит, ну-ка. Ну, все совсем. Какой дороже стоит такой был. Очень логично. Давай, давай. Опа! Как тебе 17 тысяч урона? Сливается. Где он? Ну... О! Сюда уже идет. Камон, людмисочка. Опа, нихера ты. Красавец. Все отдыхайте, ничего. А, ну я ж могу отдать это. Чувак. Ну что ты? Обновил меч. О. Красиво выглядит. Древние реликвии мои, ради чего я сражаюсь. Так. Так, и... Продолжить. Что там? Будет курган Амон Гордат. Хорошее название. А куда у меня мурашки по коже. Здесь не место для бури. Будем надеяться, что мы не опоздали. Ну. Надежда, как говорится, самое главное. Дурочки вообще. Так, О! Эти знаки, конечно, связаны с были следопыты и оставили с собой тайник с оружием. Что? Что это за баги? В смысле? Найди доспех секретных областей за одно прохождение. Хорошо, без проблем. Будем считать, что это было за одно прохождение. А, может это считается за одно прохождение? Типа, если я прохожу на разных сложностях. Не знаю. Видимо, да. Может, ей подойдет. Так. Куда, куда надо? Сюда, сюда. Неплохо, неплохо. Мальчишки подъезжают, подъезжают. Оп.
Надо мне успокоиться, удостовериться, что запись у финала. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, ножка дергается, Все норм. О! Сейчас начнется само веселье. Вася, куда так много, пацаны, не так. Я вам всех не хватит. О, у меня уровень, кстати, скоро. Ой-ой-ой, больно. Надо искать Black Berries ключи. Ой. Ага. Пацаны, сюда быстро! Намаш. У тебя еще тварь что-нибудь появляется, да? Ой, пацаны, ладно, я уже не притяг, ничего не знаю. Бежим. Своим, чё они там долбятся? А, еще кто-то пришел. Нормально. Даже не спасти, сука, ты чё, я даже чуть-чуть обосрался. Малёха, знаете. Так. Ну-ка. Сука, не видно. О, на уровень. Так. Что тут? Вот. Так, контратак. Хотя я почти не пользуюсь, но пофиг. Да, не буду пользоваться. Опа, сейчас понял. Как все? Пока никто не прилетел. А сколько нужно 25 выносливости? Извините, Андрейна. Легкий же, не для мужиков. А, да, да, не все. О! Чуть даже не заметил, что это. Какашечка может быть сундуком. Ну, там. Просто она похожа с этими гробницами так. Во-во, я уже думал, это враг побежал. Хотя женщина, это может быть кошмар. Так. Вот поиски Луина и Ки. Ларана. Да? Продолжаем. О! Ну-ка. Как раз. Кем я пользовался? Батьми, наверное. Все, худшее отдаем своим. Подожди, пускай до нашего там меч мы. О. Сильно. О, прилетел. Что ты там летаешь? Ну-ка. Только перестреляешь. Ой, не с тем стреляешь. О.
Давай, стреляй сколько хочешь, стреляй сколько лезет. Насколько эльфу не качает этот лук, все, то есть меч, он все равно будет с луком лучше. Носить урон. Спасибо, что спасли меня. Без головы сдерутся. А без руки уже не смог. Пишешь, как он будет рукой там обожать. Никак. Успел вылезти. Скоро миллионером так стану, блин. О! Все. Так, прикрывайте меня, пожалуйста. На спальне. Умри, пожалуйста. О! Все. О, все пацаны сдохли, отлично. А чё он все после себя ничего не оставил? Вот гей жадный. Еще магазинчик нихера. Так. Что это такое? Говно какое-то. Можно это одеться кольцо. Чтобы защиты было больше. Так. Ладно. Продать. Угу. Много бабок. Еще не могу, тут 12 тысяч. 24 тысячи, нихера себе. Купить что может? У вас тоже нормальный бабок можно потратить. Так, это дерьмо, дерьмо. Опа. Ну чё. Раскошелимся, братан. Так, во. Можем продавать всякое дерьмо. Типа этого. Так, это. Ну чё, радуйся. Арбалет подыграл, блин. Наверное, вообще говняно было. Так.
О, смотрите, вон там пацанчик прилег, а. Проспайся. Гробная шутка. Луин, он жив, Луин, ты меня слышишь? Очнись. Сила тут не поможет. Что поможет мяч против чумы? Что? Что это, Эридан? Да, друг мой, это я. Я? Мне снились сны. Что с вами случилось? Что за чума? Ты не знаешь, что с вами случилось? Что за чума? Да, не подходите. Очнувшись, вы бормотали что-то насчет чумы. Что вы имели в виду? Я не знаю, мне казалось, будто я, не я, а кто-то другой, и я помню чуму и отчаяние. А, великая чума, почти 300 лет тому назад она выкосила Дунедайн, что жили в этих местах, вам довелось разделить клан, оставим эти сны мертвыми, с меня хватит. Вы в порядке? А, что там случилось? Как попали в этот курган? Я помню, мы шли через холмы довольно быстро, мы торопились вернуться к товарищам, а вот там начался подниматься туман, и мы вроде бы как сбились с дороги. Потом мы услышали зовущие нас голоса откуда-то издалека или из-под земли. А потом нас окружили мертвецы, мы принялись сражаться с ними, но тут я ощутил присутствие какого-то другого, более сильного и жестокого. Я увидел, как темная фигура схватила Килорана, и он упал без чувств, а потом фигура бросилась на меня. Раз меня стащили, я упакил, значит, и с Килораном случилось что-то то же самое, найти его. Мы так и собираемся. Идем. Не место для разговоров, идиомте. Где какие разговорочки? А, оставься разговорчики в строю. Мистер Шутник. О. Все никому не дал наплечники на. Сука, это пропасть. Даже не вижу. Если можно провалиться, взял, провалился. Что? Вообще, ой, дорого стоит. Так. Опа. Мартима. Так, о, что он уже там делал? В смысле, я мне показал. Может, не побежал. Подожди, я тут буянил. Продажи, да, ого, безбрючный зуб. Ну да, делись, ну чё, сам. Чё на меня? Что я тебе сделал? У меня даже, по идее, не идём. Что там ещё упало? Ещё, я думаю, что-то ещё. Что? Много урона неслось. Это я во все цели, что ли, стреляю? Это жесть. Со спины как крыса, опа. Так. Опа. Все, подожди. А, я, наверное, сейчас не посмотрю, что он написал, хотя. Ладно. Обещал, но я стал думать. Так что он там врет немного, то что я обещал. Сказал, думаю подолбить сегодня, он сказал, ты обещал, но... Не, как говорится.
где люди хотят слышать то, что они хотят слышать. Опа! Это Киларан. Видите, помогает разбивать. Башмаки. А, точно, с ним уже можно бить. Пацан, ты... своих пиверов сюда. Я их просто... Я понял. Пацаны. Сука. Не так много призывает, но он милосердный. Пацан, ну ладно. Типа, пощажу вас, дам вам убить меня. Вас все-таки не так много. Давай, давай, давай. Все. Ой, блин. Я уже не делал. На, чего, теперь все. Ой-ой-ой. Пожалуйста, не надо. Где хилинг лайт? Давай сюда, красавчик. Опа. Сука. Вата сук происходит. Пожалуйста! No. А почему не меня первого? Thanks,
Сейчас вещички заберем. О, лук какой-то. А, ладно. Горько видеть друга мертвым, а еще горше видеть его остатки оскверненными. Что ж, по крайней мере, теперь он успокоился в мире. Но ты как, ты себя чувствуешь? Сперва черные всадники, теперь у мертвия. Человеку такое не по плечу со вздохом. Но нет, пока я жизнь, есть надежда. Спасибо за заботу. Но не тревожься мне ради попавших, надо жить дальше. Может быть с нами. Путь свободен. Вот держите изгнанное прочь. Путь наверх теперь свободен. Надеюсь, сможешь добраться обратно до Сан-Гибера. Все, изи. Изи, правда, даже. О! Так. Хотя надо проверить, это не новая ли глава. Эрдан, рад тебя видеть живым и здоровым. Элодан и Элохрохинд поведали нам, как ты показался в попке. Большая честь для меня принимает тебя в своем доме. Большая честь для меня принимает тебя в своем доме. Вот так. Благодарю тебя за Форнуст. Если бы против нас вышел еще и Агандау, я бы точно сюда не добрался. И остальные тоже. Хорошо, ты справился. Эльрунд, владык этих чертогов благодаря за эту попку. Да, я Эльронд полуэльф, правитель Радса, или говоря на всеобщем наречии гея. Почему полуэльф? Давай спросим. Почему все так тебя называют? У государя и отца моего Зарендиля, равно как и у Галивинг моей матушки, отцы были из Эдайн, благороднейших людей древности. Благороднейших людей древности. Они овсляя сразу. Так вы смертный? Хорош. Значит, вы такой же смертный, как и весь наш ваш. Каждому из полуэльфов даруется выбор. Он может выбрать пути эльфов или судьбу людей. Давно я избрал эльфийский народ, но мои дети в свое черед стали перед подобным выбором. Что это за бред? Что ты справился? Ну все. Я что твой клинок вернулся на рукоять Агарагор. Но почему твое задание? О, Пендальф, думаю, пришло время объяснить нашим новым друзьям, во что вы ввязались. Гэндальф, так значит здесь и без вас не обошлось. Истинно так. Кто хочет найти Гэндальфа, пусть ищет его в самом сердце опасности, там, где поднимает голову враг. А, тогда объясните, ваша милость, чего это врагу позарять подобным бедным крошка-попка. Вы больше чем заслужили подробных объяснений. Вам что-нибудь говорят слова «погибель» и «Сульдура»? Кольцо власти. Скажу, что за погибель? Мне вообще ничего не известно, что за погибель и «Сульдура». Погибелью и «Сульдура» называют кольцо всевластия, когда откованное самим темным властелином. Кольцо Саурон заключил большую часть своей силы, однако много лет оно считалось утраченным. Кто же нашел его? Если я верно взялся, это утраченное кольцо больше не утрачено. Именно так. Долгие века кольцо Саурон считалось потерянным, и вот оно найдено вновь. Хотите сказать, что кольцо Симолосина сейчас у кого-то самого полурослика, который спас Арагорн? Понятно, откуда всадники. Единственное, что темный властелин послал на него темный на поиски своих самых грозных слуг. Нет такого места в Средиземье, где можно было бы спокойно хранить кольцо. Даже здесь, в Имладрисе, оно остается опасностью для каждого, кто к нему приближается. Единственное, что можно сделать с ним, это уничтожить.
Уничтожить кольцо может единственное пламя, то самое, в котором оно было атаковано. Это пламя Роковой горы, что высится в землях Мордора. Хоббит Фродо Бэггинс вызвался отнести его туда. Вы же не собираетесь взять, да и послать хоббита в Мордор? Разумеется, нет, его будет сопровождать Братство Кольца. Спутников у Фродо будет 9. Против 9 черным всадником Рона в Братство войдут представители всех свободных народов в Средиземье, эльфов, гномов и людей. Мы с Арагорном тоже будем в них числе. Чем мы можем помочь ему вступить в Братство? Чем мы остальные можем помочь? Перед нами две равные угрозы, Назгулы и Агандур. Нужно узнать все возможные об их планах и передвижениях до того, как Братство выступит в дорогу. Мы разошлем разведчиков, пусть осмотрят все земли вокруг Ревендала. Вот сам, с чего нам отвечать? Больше всего нас должен заботить Агандаур, хотя Назгулы враги опасные. Их цели на севере совершенно ясны, а вот что там замышляет Агандаур. С тех пор, как ему удалось от вас ускользнуть, это для нас тайна, за семью печатью. Думаю, нам недолго остается ждать нападения. Ненависть Саурона к эльфам велика. Он еще не забыл, какую роль мы сыграли в войне последнего союза. Если ему нужно войско, он сможет собрать его в попу. Вам эти земли известны лучше, чем мне. Каков он, Этийским шаг? Этийским шаг — это заболоченная плата на одном из отрогов туманных гор. К северу от Ривенделла земли труднопроходимые. Не так давно я сам побывал в трех краях, когда на Этийском шанике не было никаких следов Агандаура, но и троллей мне что-то не попадалось. Это меня тревожит. Думаю, где-то среди болот они собирают большое войско. Если так, то лучше нам заранее узнать об опасностях. Мы как следует обыщем Этийским шанике, надеюсь, найдем что-то стоящее. Меньшего я и не ожидал после того, как что я слышал о вас от Арагорна и сыновей Элронда, однако вы и без того проделали долгий и опасный путь, чтобы сразу же подвергать себя новым опасностям. Отдыхайте, наберите силы, пусть на Этийском шанник этот пюсин будет у вас в попке. Будьте желанным гостем в Ильрасе и отдыхайте здесь сколько хотите. Так. Ну, всем пока. С вами был Верук. Чёрт, кстати, ничего не знаю.